Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Пятница 13-я. Последняя надежда. Утопленник Джейсон». Ух, смерть на закате, поехали. Мне всегда нравились закаты, Джейсон, это так красиво. Да, мам. Ну, я не знаю, как насчет закатов, но мне вот этих вот чипиздриков надо как-то уделать. Хм, ну-ка попробуем для начала так сделать. Чё, убивать будем второго полицейского? И что нам это даст? Ага. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, я это все зря замутил. Хотя нет, ребят, есть выход, вот. Пока, родной. Так, теперь, наверное, давайте барышню в купальничке заколбасим. Почему бы и нет? Ой, ёлки-палки! Черт, я забыл, что здесь у нас они убегают. Неудачно. Значит, нам надо другой какой-то вариант рассматривать. Для начала пойдем вот так вот сделаем. Минус полицейский. Замечательно. Так, что же дальше нам сделать? Вот так. Ну что, давайте тогда, наверное, снизу начнем. Вот это вот. Ой, ёлки-палки, жертва сбежала. Нет, так дело не прокатит. Значит, если мы убиваем девушку в купальнике, у нас сматывается парень. Если мы убиваем здесь, то у нас все отлично получается. Так, этого паренька нельзя шугать, ребята, иначе он смоется. Так, хорошо. Давайте, наверное, сразу же с вами второго полицейского тоже ликвидируем. Мне кажется, это будет правильный вариант. Потом пойдем. Так, нужно, ребят, наверное, скорее всего, не так. Давайте-ка обойдем это все дело. Отлично. И вот этого дурачка шуганем. Он, по идее, должен побежать. Куда же он побежит? Хм. Ну, давайте проверим. Ага, вот так вот. Наверх, значит. Ну что же. Нам даже так лучше, с одной стороны. Только как мы с вами до отметки доберемся. Вот что меня теперь интересует. Ага. В принципе, он в тупике. Ему крышка, ребята. Блин, я представляю, рыбой свежей убить чувака — это очень жестоко. А вот как мне теперь вот эту барышню поймать? Вот она, загвоздка-то в чем. Не так все просто, как я вначале подумал. Так, сюда нельзя. Полицейского трогать тоже нельзя. Он нам нужен, чтобы девочка в купальнике не убежала. Так, попробуем сделать такой вариант. Если мы парня шуганем, он наверх. Вот так. Отсюда уже будем плясать. Сейчас, если мы коп убиваем... Ага, возвращается она. И теперь у нас как вариант... Да, ребята, убиваем полицейского. Шугаем этого паренька. Паренька этого мы с вами ликвидируем. Потом появляется отметка у нас. Естественно, мы эту девчонку тоже с вами добиваем. Только не так, конечно же, а вот так. Да-да-да-да-да, конечно. Убежать он захотел. А Джейсона еще никто не убегал. Ну что же, убиваем, и как раз у нас вот эта барышня получается на отметке. Все, ей крышка. Ну, елки-палки, ты посмотри-ка, а? Это вторая жертва за всю игру, которая у меня спаслась. Расчлененка. Так, тут у нас уже бордюрчики какие-то, да? Смотрите, как тут интересно все сделано. Две дамочки стоят в определенных ячейках. Мне так просто до них не добраться. Тут у нас еще два каких-то туалета. Ну, предположим, так сделаем, да? Короче, вся наша песня крутится возле вот этой девушки, которая стоит в красной рамке. Значит, нам нужно как-то попасть туда. А вот как? Все зависит от этих толчков, по ходу дела. Как мы их с вами расстановим, уроним, так мы дальше и пойдем. Ну, давайте попробуем вот так вот сделать. Ага. Не забываем также, что у нас еще... Ага, вот она испугалась. Еще один толчок. Хм. Смотрите, ну здесь как вариант у нас прокатит. Мы убиваем вот эту барышню, и которая в ячейке у нас находится.
Тут-то все понятно. А вот как мне третью жертву поймать? Ха, вот это уже загадочка не из простых. Да, ребята, вот сейчас я зря это сделал. Сейчас я вообще ничего не смогу сделать. Буду по кругу бегать, как олух. Да. Придется, наверное, скорее всего, переигрывать. Так, давайте-ка еще раз хорошенечко подумаем с вами. Так, этот мы толчок сбили. Погодите, по-моему, не в ту сторону его надо было сбивать. Ой, лопухнулся, походу, дело я опять. Ладно, хорошо, что здесь есть кнопочка возврата. Ну что же, выходит, что тот унитаз должен быть у нас вот в эту сторону. Так. И вот так. Не знаю, правда, зачем второй унитаз мы так сделали. Но посмотрим. Хотя это тупиковое положение, ребят, на самом деле. Ну что, мы там вниз закроемся и все. Как вот мне до третьей барышни добраться, а? Вот в чем вопрос. Видите, это бесполезно. По-моему, этот сортир должен быть не вовнутрь, а снаружи. Хотя... Нет. Нет. Хм... Черт, я думал, все будет намного проще. Меня смущает вот то, что они стоят именно в таких ячейках, куда просто не подобраться. Только по прямой. Только по прямой. Все зависит вот от этой вот девочки. Как я ее могу хорошенько напугать, чтобы она еще куда-нибудь двинулась? Фух. Было бы неплохо, если бы она стала бы как раз вот в верхний левый угол. Тогда было бы немножко проще. А что было бы проще? Ничего, абсолютно. Видите, она не боится. Она просто решила помереть. Вот и все, ребят. Вот так вот, скорее всего, этот должен был сортир находиться у нас. Хотя я могу и ошибаться. В общем, ребят, в любом случае переигрывать придется. Да, вы скажете, как же это нудно. Хотя, ребят, вот поверьте мне, когда смотришь свой видосик, ты прекрасно понимаешь, что... Здесь я не там повернул, здесь я не так сделал. Но когда ты играешь в первый раз, не все так просто. Так, давайте-ка мы... Ага, вот так можно даже ее шугануть. Ага, так, хорошо. Вот, вот она в углу. И что нам это дает? Мы можем с вами... Хей, у нас выбор. Либо эту, либо ту. Загвоздить. Обоих не получится, да? Эй, ё-моё! Никак не прокатывает этот вариант. Теперь у нас... Хотя вот! Вот он, ёлки-палки! Блин, ну, вот честно говорю, чисто случайно, ребята. Не думал, что у меня так получится, но, тем не менее, уровень у нас пройден. Жесть какая-то. Все было легко и просто. Я там бегал, круги наворачивал. Миссия называется «Пикник». Люблю запах вареного мяса. Ладно, мам. Ох ты, елки-палки. Ребята, ограничения по ходам у нас. 8 ходов. Ну что же, я думаю, что этого можно отправить на костер. Хорошо. И дальше-то что? Какая-то ерунда получается. А если эту отправим? Потом, предположим, даже вот этого парня. У нас 5 ходов всего осталось. Ать. И не вышло ни шиша. Блин, нифига загадочка. Так, за 8 ходов нам нужно поджарить 3 чуваков. Так, сгорел. Это мы, например, так сделаем. Ага, и один ход. Блин, да как же так? Не хватает. Вот это незадача. Как я могу, интересно, одним своим движением напугать сразу двоих? Точнее, ликвидировать их. Мне кажется, тут не вариант так сделать. Предположим, так. Ага. 3 хода. Это бесполезно. Мне, ну даже если так, все, ребят, видите, ходы закончились. Вот ядрёна ты вошь, а? Блин, ну я обожаю, честно говоря, вот сложные миссии.
где приходится подумать. Просто единственное, что, мне кажется, вам это утомительно все смотреть. Так, предположим, да? Сгорел. И опять же три хода остается. Ну как, блин? Через огонь, что ли, бежать к нему? Блин, ну как же так? Ё-моё, ведь должен быть выход. Должен быть. Я не хочу брать ни какие-то там подсказки, ничего. Хочу сам допетрить. Так, сгорело. Ладно, минус одна. Так, минус два. Пять ходов у нас остается. Фак, а? Нет, ребят, ни шиша не получается. Как же так-то? Как правильно нужно сделать? Так, подожди-ка, вот если такой вариант рассмотреть. Ну, четыре хода. Сгорел. И опять же три хода остается. Как ни крути, все время три хода остается, ребят. Бред. Ядрить макарить, а? Я уже, по-моему, как все перепробовал. Слушайте, а если нам... Вот так... Ага, она отбежала. Бред. Это бред. Это не вариант. Ну, надо все перепробовать, иначе мы не найдем с вами ответа. Даже вроде бы, кажется, нести... Вот так, отлично. А как мне теперь этого брать? Тьфу ты, еще хуже, чем до этого было. Бредятина какая-то. Хм. Вот я больше уверен, что вы сейчас вот смотрите, да? И у вас в голове уже, наверное, не один вариант, как это пройти все по-умному за 8 ходов. А я вот, знаете, смотрю, как дуралей в книгу и ничего не могу понять. Смотрю в книгу, вижу фигу. Предположим, так. Теперь убиваем вот эту. Ага, вот! Блин, ну практически идеально получилось. А вообще-то, ребята, очень даже идеально получилось. Опять сам от себя не ожидал. На, получи, гад, сколько за тобой можно было охотиться. Вообще, чисто случайно. У меня так получилось. Ну, видите, я даже и не думал, что так получится. Ночь напролет миссия у нас. Ага, коридорчик, по которому могут смыться наши вот эти вот ребята. Давайте думать. Как нам сделать, чтобы их не напугать? Ага, все в кучку встали. Так, полицейского ликвидируем. Ага, они прижались. Причем оба. Ай-яй-яй-яй, зря. Я же хотел все делать аккуратно, чтобы эти олухи у меня не убежали. Убежит, да? Убежит. Слушайте, а как тогда мне сделать? Тут, подождите, толчок у нас есть. Ну-ка попробуем вот так сделать. А что мне это дает? По-моему, ничего не дает, кроме проблем мне. Он все равно убежит, ведь так? Ликвидируем. Хорошо. Минус. Так, если я его сейчас, например, вот так. Никуда не хочет бежать. Слушайте, стоит только барышню. И да, и он сматывается. Хм, а как же ему тут путь-то перекрыть? Ребят, есть какие-нибудь варианты, а? Как перекрыть путь этому очкарику, чтобы он не убежал? Хм. Прижались, да? Хорошо. Бля, муха, да что ж ты будешь делать? И опять же здесь наверняка стопудово все легко и просто убегает. Зря я так сделал. Такое мы уже с вами проходили. Так, хорошо, давай вот так сделаем. Ага. Так, если мы барышню шуганем, она пробегает. Фигня. Как ни крути, все равно они будут тут стоять вместе. О, ты смотри-ка. А вот это уже вариант. Надо его рассматривать. Что мы можем сделать? Мы можем проскочить. Вот так, ликвидируем. Теперь нам нужно, блин, толчок упадет.
Как мне в этот проход-то попасть, а? Мне нужно этого паренька вот так вот. Все, ребят, теперь мы его чпокаем. И вот этого вот в коридорчике зажимаем. Хе-хе-хе. Ну, а здесь уже все легко и просто. Да, ребят, вот так вот. Пока. Убийство. О, свежей рыбкой проколоть. Это надо недюжину силы иметь. Цепочка убийств. Опа. Ой, кажется, ты в тупике. Ой. Так, в тупике. Представьте, я не могу даже ни до кого дотронуться. Но зато я, наверное, могу их нашугать. То есть, они должны все утонуть, наверное, да? А как мне это сделать? Ну-ка, пока, родной. А этот, нифига не тонет. И все. Я до них дотянуться, конечно же, не смогу. А ну-ка, ребят, давайте хорошенько подумаем. Так, мы предположим, ага, он здесь стоит. Так, а ты-то что туда убежал? Так, ну и остается вот этот вот очкарик. Хопа. Ага. Ребят, у меня, кажется, идейка кое-какая в голове возникла. Раз тот боится, что рядом с ним тонет, надо это сделать. Ой-ой-ой. Я же сейчас напугаю его. Блин. Нет, ребят, это не вариант. Немножко неправильно сделал, но, в общем, короче, мы должны вот этих двух шугануть в первую очередь, которые вот наверху. То есть очкарика верхнего и того дальнего слева. Вот так вот мы его пугаем. Ну, а теперь топим вот этого вот олуха. И смотрите, что сейчас будет. Ха-ха-ха, бинго! Ну, тебе не повезло, родная, оказаться-то здесь со мной. В таком, так скажем, тупичке. Так, ребята, мы получаем с вами 15 уровень от матушки Вурхиса. Так, и, соответственно, мы получим с вами новый ящик, в котором, я надеюсь, будет очень хорошее оружие лежать для нас. Так, давайте посмотрим. Круглый щит, бронзовый класс. Ну, щиты у нас есть. Перекус. Ха-ха, значит, вы тут решили пикничок устроить. Хм, интересно, а тут продают коктейль «Мимоза»? Не знаю, мам. А я даже и знать не хочу. Моя задача — ликвидировать вот этих вот всех супостатов. Смотрите-ка, здесь два холодильника стоит. Как вариант, можно вот так попробовать, да? Ага, она боится. Этот убегает. Так, я могу поймать вот эту барышню, в принципе. А что мне это даст? Слушайте, довольно много здесь вариантов у меня сразу намечается в голове. Она убежит, да? Она убежит наверх. Так, ну если я ее даже поймаю, как мне тогда к отметке-то попасть, а? Хм. По-моему, ребят, не... Ой, ой, ой! Просто убил рыбой в глотку ей. Да, вот что самое интересное. Как мне убить вот эту вот барышню теперь, а? Я ведь не смогу туда попасть. Ай, ё-моё! Блин, переигрываем, конечно же. Не все так просто. Так, а если мы сделаем вот так, предположим, да? Мы ее убили. Дальше. А дальше все. Неправильно сыграли. У нас только один вариант. Вот так вот это делать. Нам нужно в любом случае освобождать себе проход сюда. Ух, так, дальше мы что? Шугаем их? Если мы нашугаем, она уронит холодильник. Я, честно говоря, не знаю, правильно мы делаем, неправильно. Мне нужно выставить персонажа так, чтобы он мне помог при последнем, естественно, убийстве попасть на отметку, которая помечена крестиком. Для этого мне придется как-то их шугать. Ну вот как? Ну вот эту я могу напугать, но она убежит опять наверх. И все, наверху я ее чисто зажимаю. И...
мы не попадаем опять же с вами на отметку. Значит, это не вариант. Нам нужно, чтобы она стояла где-нибудь посерединке или на одну клеточку ниже. Тогда еще, да, есть шанс. Так, ладно, давайте-ка еще попробуем разочек. Ну, здесь в любом случае я должен, по-моему, вот так вот все-таки. Другого варианта нету, чтобы вот сюда попасть. А уже остальное все пляшет вот от этих двух молодчиков, которые стоят. Так, вот она боится. Опять же, роняет холодильник. Но стоит, смотрите, я могу повернуться и ее ликвидировать. А вот теперь она убежала. Хм. Загадочка еще та. Так, этот отбежал. Как бы мне тебя туда загнать, а? В ту половину, паренек. Как бы тебя так шугануть-то хорошенечко. Давайте вот так отбежим. Какие, блин, и все, ребята. Что сверху, что сбоку, я его все равно, к сожалению, убиваю. Черт, все вокруг да около. Мы уже этот вариант с вами не один раз прокручивали, и ничего у нас хорошего не получается. Ну вот, убегает она сюда. Все, больше никаких вариантов нету. Неужели только ее колбасить? Бред какой-то. Оу. Ну, даже не знаю, ребят. У нас опять же получается все, как было раньше. Это мы уже проходили. Здесь я уже больше, по-моему, не смогу даже туда, в ту половину комнаты пробраться. Так, переигрываем. Ядрёна вошь, а. Значит, как ни крути, я все равно должен попадать туда. А это только вариант. Вот эту вот убиваем. Холодильник, естественно, ронять нам придется. Ну а дальше что? Опять та же самая волокита с этими ребятами. Девчонка опять будет шугаться, бежать, ронять холодильник. Паренек этот тоже сам себя, как говорится, загонит в тупик. Слушайте, а может быть вот здесь вот... Подождите-ка секунду, ребят. Кое-что посмотрим. Так. Если я его сейчас шугану... Да, он сам себя закрывает. То есть в любом случае он уже жертва. А я думал, что я смогу как-то по-другому сделать. Хм. Хотя он может быть даже и не нужен. Нам нужна вот эта вот барышня. Так, тут не вариант. Все, ребят, по-моему, я не смогу вернуться обратно. Да, зря я сюда, конечно, вышел. Думал, что шугану ее. Но не тут-то было. Слушайте, я уже припарился, если честно. Этот уровень-то долбить. Так. Слушайте, а если нам, например... А, все равно все так и будет, ребят. Как ни крути, хоть вверх, хоть вниз, мы все равно вот в эту точку с вами приземлимся. Что же нам теперь делать? Шугать парня? Он опять побежит наверх. Если мы потом еще разок его шуганем, он сам себя закроет в смертную ловушку. Да. Ни так, ни сяк. Нам все равно его придется убивать. Да мы уже, по-моему, так в прошлый раз с вами сыграли. Да что за ересь, а? Короче, давайте, наверное, последнюю попытку. И я буду брать подсказку. Что-то у меня тут не выходит, ни шиша, ребят. Так. Давайте-ка ее ликвидируем. Дальше здесь роняем холодильник. Пугаем. Так, давайте еще раз напугаем. Теперь все дело в этом пареньке. Пускай он бежит. Так, хорошо. Сейчас мы его нахлобучим. Ах, вот же, ребята, как надо, смотрите. Мы делаем с вами убийство. Чик, рыбой, да? Так, секунду, секунду, ребятушки. Ну да, вот теперь мы упираемся с вами в стенку и
лютый. Ё-моё, все вокруг да около ходил и осенило меня, наконец-то. Жесть. Это же надо было такой элементарной вещи не досмотреть, а? Отпускной шок. Ну, здравствуйте, теперь тут еще и телефоны. Ага. Тут вот эти вот хитрые переплеты, где нам нужно двигаться, неспроста даны. Так, если мы с вами сейчас барышню поймаем... Ага, вот. Теперь отлично. Никто, по идее, не должен убежать. Даже так? Ха. А вот это опасно, ребят. Если я сейчас подойду, барышня, наверное, смоется, да? Или она все-таки побежит в сторону телефона? Я даже не знаю. Только проверять. Ага, все. Отлично, ребята. Давайте ее тогда вот здесь. Оп, и вот он, чувак последний. Хе-хе, ну, эта миссия довольно легкая, мне показалось. Хотя, честно говоря, я думал, что мы здесь тоже с вами подзависнем. Но нет, все-таки у нас получилось все хорошо. Последняя надежда. Опачки. Похоже, начинается прилив, Джейсон. Ясно. Ну, прилив так прилив. То, к чему она это сказала, я не вижу никакой воды. Так, здесь, значит... Оу! Ребят, я не доглядел, что здесь она может убежать. Так, хорошо. Не будем тогда шугать ее. Смотрите, здесь эти будки стоят. Передевалки. Хм. Так, полицейского ликвидируем или нет? Ну, если даже мы его сейчас убьем... Что нам это даст? Хм, пока не попробуем, наверное, не узнаем, да? Это у нас в тупичок забежало. Так, ага. Слушайте, если мы сейчас, ну, копа убираем, здесь мы открываем себе путь. Вот так. Шугаем барышню, она в капкан. Теперь осталось лишь... Вот эту вот мадемуазель поймать. А, все, ребят. Она в тупике. Привет, красотка. Бум. Ой. Так, отлично. Мы ее вбили в песочек. И пошли, главное, себе спокойно. Ах, вот, значит, почему прилив-то. Оу, через час. Прикольно, ребят, сделано, конечно, было это. Да, самое такое безобидное убийство. Рыбка смотрит, да? Ну что же, ребята, мы, по-моему, с вами прошли. Да, прошли, и у нас скотобойня. Вход рубль, выход 2. Весельчак Джейсон, добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. С удовольствием буду смотреть. Парк развлечений, рай на земле. Это что за панки? Здесь копы нас никогда не найдут. Ха-ха-ха, ага. Надо же, уже даже говорят здесь герои. Эй, эй, приятель, мне казалось, что это место закрыто. Джейсон там уборку занимается, что ли, что? Ну да, на швабру намотал какого-то хрена. На! Билет на тот свет. Выключи свет, полиция не увидит тебя в темноте. Да, мам. Ага, знакомые ребята миссии. Так, ну что, убиваем полицейского. И вот этого хламона. Последняя девочка. Год. Ну что ж, пока. Ничего личного. Ну, первые миссии всегда легкие. Это и понятно. Выхода нет. Тупицы не заметят тебя в темноте, Джейсон, мой золотой мальчик. Ага. Хм. Опять выключим свет, наверное, так. Это чтобы они не убежали. Ну и, по идее, нам нужно как-то... Так, ребят, тут еще не забывайте, дырка. Вот так мы ее закроем. Так, выключим нафиг. Свет, он нам не нужен. Ага, вот мы сейчас с вами вот сюда... Ну и что?
Готово? Готово. Блин. Тут еще, оказывается, жертва была. И мне ее никак не поймать. Ага, значит, не все так просто, ребята. Хм. А если мы сделаем с вами так? Выключим свет. Встанем между ними. Ой! Я думал, что мы между ними встанем. Но, по-моему, я просчитался. Подождите, а как я тогда вставал-то? Так, выключи-то свет этот. Ага, вот так вот, через эти кусточки. Ладно. Ликвидируем вот этого. Теперь оббегаем. Да выключи ты этот свет. Давайте вот так вот. Теперь мы ее... Подождите, вот так вот мы делаем. Убиваем. И здесь жертва. Да? Получилось у нас? Все отлично. Нифига он ее граблей-то этой пополам. Ну что же, получаем с вами 16 уровень. А соответственно и новую какую-нибудь плюшку. Что же это у нас будет? Ну давай, 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 не томи. Гитара? Ну у нас уже есть гитара. Зачем нам еще? Парк огорчений. Раньше детям здесь было намного лучше. Это место испортили до невозможности. Да, мам. Джейсон такой, да? За детишек. Так, давай, опа. Отлично, минус капкан. Ага, а здесь никто не подбегает. Хм. Смотрите, как... Ага, она убежала. Ой, елки-палки, забыл, что там капкан у нас. Так. Дальше, дальше-то что? Ну, убиваем мы этого чувачка. Ну, отметка-то, по-моему, находится... А где отметка-то? Вон аж где. Фигня это получается, ребят. Ха. Мне вот этот капканчик будет мешать. Что же будем теперь делать? М? Как мне избавиться от этого капкана, который ведет к отметке? Так, минус капкан. Здесь это все понятно. Слушайте, ну второй-то, наверное, телефон не зря дан. Не хочет бежать почему-то, а? Глупыха. Хм. Но тут в любом случае нам пришлось этого ликвидировать. Очкарика с кольцами в ушах. А к этой барышне мне теперь не подобраться. Слушайте, по-моему, все не так нужно это делать. Нету вариантов. Либо мы с вами убиваем очкарика, либо попадаем в капкан. Так, полицейский не реагирует. О, тихо, ребят, что-то новенькое у нас. Так, давайте теперь позвоним. Минус капкан. Так, теперь-то что? Блин! Ну ладно, предположим, мы ее так вот расквасили здесь. Как ты мне, интересно, очкарик, можешь помочь ликвидировать капкан, а? Вот скажи-ка мне. По-моему, никак. По-моему, это все глупо. Получи тогда, никчемное существо. Да понятно, что последняя отметка, но мне туда не пройти, ребят, там капкан. Хе, что бы я ни делал, все равно не дойду. Джейсона может убить какой-то, блин, вонючий капкан. Как вариант, да? Ну, если я его, например, чпокну здесь, тогда у меня там будет капкан второй. Слушайте, полицейский здесь нужен для того, чтобы, скорее всего, бежать к этому капкану. Вот так вот. Чтобы мне освободить якобы дорожку. Но я этой дорожкой не пользуюсь. Хм. Тогда зачем мне туда отправлять полицейского, а? Кто мне скажет? Ну вот этот дед, который возле стенки стоит, он меня очень сильно смущает. Как до него добраться? Вообще, что он там делает? Ну я его сейчас напугаю, да, это понятно, что он убежал. Да, да, вот так, ой-ой-ой-ой. Прости.
Теперь барышню. Мы можем, кстати, барышню отправить на капкан. И... полицейский, ну-ка. Так. Ёлки-палки. Погоди-ка, смеемся тут. Как мне теперь-то попасть? Как мне теперь попасть? Вроде бы нет капкана, все чисто. А, вот, ё-моё. Фу ты, я уж было напугался. Да на тебе, гадёныш. Я уж было напугался, что нет туда входа. Вот что значит, и растерялся, и обрадовался одновременно. В темноте. В темноте, значит, и кошки здесь, а? Ну, давайте попробуем сделать вот так. Куда мы сейчас, на кошку или нет? Нет, рядышком. Минус. Теперь нужно оббежать, скорее всего, да? Слушайте, я надеюсь, что в темноте кошка у нас не будет убегать. Хотелось бы мне в это верить. Так, вот с этой стороны попробуем хотя бы. Так, а отметка? Ну, отметку-то, в принципе... Блин, а как мы на нее попадем-то? А-а-а! Животное сбежало. О-оу. Значит, как ни крути, это не вариант. Хм. Слушай, кошка, ты меня бесишь на самом деле. Так, вот она убежала. Панкуша этот, блин, он нам вообще нужен или нет? По-моему, он нам не нужен. Упускать его тоже нельзя, иначе он убежит. На, гад, получи свое печенье. Если мы сейчас тронем, наверное, кошка опять убежит. Не катит как-то. А что нам вообще можно сделать с кошкой, чтобы она нам не мешала? Вот какой меня вопрос интересует. Так, хорошо. Кстати, понял, ребята, мы же можем напугать. Он же при свете видит нас. Вот. Как вариантик. Ага. Она убежит в бок, скорее всего, кошка, да? Да. Кошка сбегает в бок. А если мы, например, напугаем с этой стороны? И теперь... Есть! Вот так вот, ребята, оказывается, это нужно было делать. Я просто боялся, что кошка убежит, но она побежала в другую сторону. Хм, блин. Вот она, оказывается, отгадочка-то как была. Богатый улов. Ух ты! От некоторых аттракционов просто мурашки по коже. Я никогда не пускала тебя кататься на них, Джейсон. Это слишком опасно. Спасибо, мам. Ух, спасибо, не спасибо, ребята. А вот тем я совсем не завидую, ребятушка. Так, я могу поджарить одну из барышень. В принципе, легко. Эту отправить на капкан. Ага. Дальше. Так, слушайте, а где... А, отметка, вижу отметку. Отметочка у нас вон там. Так, ну чё, поджигаем, наверное, ее, да? А та тоже убежит. Будет она бояться? Так, испугалась. Отлично. И теперь вот так. Вот мы ее. И последний чувак, да, попался. Это даже не чувак, это девушка у нас была. Ну что, я думаю, еще миссейку, да? И получим с вами новый уровень. Ночная охота. Опять эта кошка, а? Противная. Которая будет мне все тут мешать. Так, если я сюда... Ага, они меня видят. Тут вот свет есть. Хм. Смотрите, где у нас находится отметка, ребят. В таком месте... А хотя, в принципе, что я боюсь? Нет, стоит бояться. Так, кошка убежала. Чё-то, ребят, я, честно говоря, сейчас пока не понимаю, что здесь вообще можно сделать и как. Знаю, что мне нужно будет попасть на отметку. Так, ну я вот здесь убиваю. А, вот, в принципе, все. Вот и все дела, ребят. Все само собой и получилось.
пока я тут думал, как лучше сделать. Ну что, получаем с вами новый уровень. И это будет у нас 17-й. Конечно же, получим коробочку зловещую, в которой будет нас ожидать очередное оружие убийства. Опа, труба, бронзовый класс. Трубы у нас еще не было. Идеальный план. Ого, ты смотри. Ребят, мы, по-моему, с вами... А нет, не в ловушке. В ловушке, но есть все-таки здесь выход небольшой. Минус. Минус. Ага, смотри. Как прикольно у нас все это получилось. Прям, блин, слов нет, ребят. Вы понимаете, к чему я говорю, да? На нас смотрит полицейский. Так, переигрываем. А так все хорошо получалось. Хм, а как же нам тогда сделать? Нужно, нам нужно, чтобы вот эта будка прибила полицейского, так? Да. Для этого нам нужно, чтобы кто-то ее задел. А кто может ее задеть? Только кошка. Ага, только кошка. Так, хорошо. Предположим, ребята. Побежала. А, смотри-ка, кошка-то не бежит. Наверное, слишком далеко она стоит. Ага. Слушайте, ну вот от этой кошки, которая у нас справа, толку нет. Она у нас не пробежит весь этот путь, потому что здесь тупик. Вот так попробуем сейчас сделать. Так, теперь, наверное, надо будет шугануть. Так. Черт, по-моему, неправильно. Ребят, вначале нужно вот эту вот девочку с косичками. Как мне попасть-то туда? Я уже забыл, чтобы ее шугануть-то в первую очередь. Но это не вариант. Мы сейчас напугаем сорокезом, она попадет в капкан. И все на смарку. Нет, надо переигрывать, это не дело, ребят. Да, короче. Шугаем кошку. Это раз. Теперь нам нужно черненькую барышню. Вот, вот, вот теперь все хорошо, ребята. Теперь можно шугать ракезницу. Она побежит, по идее. Погоди-ка, погоди-ка. Побежит она. А как мне... Подожди-ка, как-то кошка у нас не стоит неправильно. Так, ладно, предположим. Во! Вот он, идеальный вариант, ребята. Ха-ха. Пугаем сорокезом. Это бежит в капкан. И кошка, да, толкает будку. Все, ребята, вот. Вот так вот и надо было сделать. А я что-то на ту кошку отвлекся. Да, видимо, зря. Вот так, убийство. Фух. Продолжаем, ребят, с вами. Триллер. Триллер. Так, смотрите-ка, тут у нас три кошки. А в чем подвох? Тут вроде никто никуда сбежать не сможет у нас. Так, одну мы шуганули. Так, также мы можем вторую шугануть. Ну, я так понимаю, и третья убежит у нас, да? Ага, все. Теперь я понял, в чем подвох, ребят. Кошки здесь будут только мешать нам. Дайте мне вообще в руки трубу. Где она? Вот она. Будем бегать с вами с трубой. И переигрывать нам придется, конечно же. Короче, тут надо делать все аккуратненько. Так, хорошо, этот убежал. Да, вот эта вот кошка мешает нам очень сильно. Хм, если я их всех напугаю, они будут внизу. Бред. Не выходит, как обычно, ни шиша. Блин. Так, убежала, да? Это хрен с ним. Опять тупик. Тупиковая ситуация, а? Да ну, все должно быть проще. Не надо париться.
Так, нам нужно... Этого паренька нам не шугануть. Хм, и эта кошка будет там нам мешаться. Нет, не смогу я здесь добежать. Что с той, что с этой стороны. Тупик, все, переигрываю, ребят. Какая-то ересь. Так, ага, смотрите, все, ребят, нам нужно напугать в данный момент всех тех кошек, которые стоят на своих точках. Так, ну-ка давайте вот эту вот, потом, которая у нас посередине. Так, и теперь давайте вот этого чувачка уберем. Теперь девушку. Да, вот и все, в принципе, делов-то на копейку. Ну что, давайте трубой его сейчас захерачим. Отлично. В принципе, уровень был не такой уж и сложный. Подземелье. Ядрить, макарить, подземелье. Так, в чем подвох? Вижу, ребята, я в чем подвох. Опять в отметке. Отметка находится к черту на куличках. Тут, понимаете, тупик. Блин. Значит... Нам нужно, чтобы в тот тупик кто-то попался. Достаточно интересная загадочка. Так, ну, предположим, убили мы. Так. И у меня одна надежда только вот на эту барышню. А что я могу сделать? А уже, к сожалению, по-моему, ничего. Да, хитро. Ну, предположим, они будут там стоять. Что это мне дает? Здесь... Ага, испугался. Слушайте, я не знаю, но мне кажется, что вот этот вот парень должен как-то умудриться забежать в тупик. Так, хорошо. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Если мы сейчас вниз. Вот, вот это уже хорошо. Так, теперь мы вот этого убиваем. Она встает в тупик. Ну вот вам. Ага. Нет, ребята. Черт подери. А как же мне сделать так, чтобы этот парень забежал в этот угол? А? Нет, он не хочет бежать. Вроде бы все уже, да? Ну вот, победа, ё-моё. И нифига. Как же быть-то? Но он не боится. Он никуда не убежит. Соответственно, ребята, у нас ничего не выйдет. Хм. Во! Вот это уже другое дело. Так, теперь нам... Как мы там с вами делали-то? Шугали. Как мы барышню-то шугали, елки-палки, чтобы она убежала к тому иракезу. Все, позабывал. 3 секунды. Ха, зашибись. Вот это выбор. То есть, если я пугаю барышню, то я уже не смогу напугать вот этого вот очкарика. Так, хорошо, давай сделаем так. Теперь что мы можем сделать? Фи. Так, ну это мы уже проходили с вами, да? Как же быть? Как же быть, я вас спрашиваю, а? Меня немножко начинает это подбешивать. Слушайте, может быть, есть какой-то другой вариант напугать вот эту вот барышню, а? Ну-ка попробуем. А что нам это дало? Да, не повезло. Переигрываем, ё-моё. Слушайте, ну никак не думал, что вот так вот все пойдет у нас. Через одно место.
Вот этот чувак, он должен в любом случае находиться вот в этом углу. Барышню мы тоже должны напугать, чтобы она убежала в сторону. Этот чувак вообще тут просто мешается. Ага, погоди-ка, ребят, погодите-ка. Тут есть какой-нибудь вариантик? По-моему, нету, да? Хм, мы ее сзади напугать не сможем. Тут вообще без вариантов. Бред. Ребят, это тупик. Мы ничего не сможем сделать здесь. Я буду вокруг да около бегать. Никакого толка. Но, по крайней мере, уже какой-то прогресс, сдвиг есть. То есть, есть, значит, варианты. Так. Что же нам замутить? Этот бежит. Ну и что нам остается? Только убивать его? Нет, не катит. Слушайте, ну он там неспроста стоит возле стенки. И вот чует мое сердце, что неспроста он там находится. Так, она убежала. Дальше. Как бы мне этого шугануть-то, а? Блин. Хорошо, попробуем так. Хотя это уже было не один раз у нас с вами. Слушайте. Ага, погодите, нет. Хотя почему нет? Почему нет? Нет, не получится, ребят. Мы его убьем, и как раз мы находимся немножко не там, где нужно. Так, может быть, как-то здесь. Да ё-моё, вот же, ребята, вот же варианты. Ой, я сколько времени вокруг да около. А там, оказывается, можно было с помощью стульев попасть на диван. И... вот он ответ, ребят, вот он. Глупо, конечно, было столько времени потерять практически на пустом месте. Ну что же, как-то так. Отлично, главное, что все-таки прошли мы его. Замок страха. Хм. В парках аттракционов так весело, правда, Джейсон? Мой золотой мальчик. Ладно, мам. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим этот видосик. Я уже немножко подустал. Ну и обязательно увидимся с вами в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока. Удачи вам.